Дұрау болырау, үте күнінен. Бүкіндерге мен Сергей Обручев в неведомых горах Якутии ден кенгетен бұлан ақтым. Бүкінегеға Советский Союз бір самай бастың ұшуғынай геологы бейтен түгінші тоғыз сүз сүз балтау сылылақ экспедициятын тұғынан кепсір. Бұл экспедицияға кенені күтті Москваттан үз специалист, Сибирьтен судьяр түрт мүчелігіттері, рабошайдыра, онна түрт саха үлігіттері күтті бұттар. Ол түрт сахалардан бірдестері тұлбашы тәбет. Арас олгы бәйбәлерін ұтусы бұс ол бұян қастағаны сахалар экспедицияны сірді әбеттер. Усынан Сергей Обручев, ұчытығы сахалар, мен әлерім, әбілерім, көлінелерін жонырын тұғынан насихили ұны шведдік сұрыр. Ол еген мен бүкінгені сүрдеған Сергей нақтым. Олы бұра Сергей Обручев бейті, мен әбім күстіг марені күтті тен соғыс састақ бұлықтақ. Сөхпет әбетер Сергей әбет қастығыны бұғат арды бұны еқа көддіребін. Олы бұра экспедиция жондыры бір аттарын Богородица ден атабыттыр. Аны білеген өймекен ағабытын кепсенен істен. Священник охотно рассказывает про свое житие. Оно не особенно завидное. Служит он только на Рождество и Пасху. Все равно почти никто не ходит. Требуя разъезды по приходу, мало дают. Главное его занятие – рыбная ловля. Но за сутки наловишь как раз столько, сколько съедает семья. Солгы Сергей Обручев Багарар. В этих краях процветают только священники хищного типа. Но они быстро переходят на торговые операции. Эти там бегают, говорят, о чё-то одёнур, лохтаганы, там арагат был бы тахтаребить. Сахалар православный был бы тахтарачулкой. Вот он обновал Сибирь, ну, человек это там рака голова требить. Делегатаганы от Богородицы Денатых Траду. Проводник с гордостью, как медвежий вожак, показывает меня и рассказывает, кто я и зачем приехал. Затем пытаются добиться от меня информации о приходе парохода. С помощью нескольких выученных мною якутских слов пытаюсь объяснить, что парохода можно ждать со дня на день. Каждое якутское слово, которое я произношу, вызывает восторг у слушателей, и они повторяют его друг другу с добавлением «дете». Затем всей гурьбой ведут меня в соседний Алас, где остановился проездом знающий русский язык якут, и здесь подвергают меня новому допросу. Утром на заре снова обратно на Ахсыт, между Аласами запутываясь, тропках и удаляюсь немного в востоку. Встречный якут на мой как будто вполне якутский вопрос, где дорога к Алдану, остается нем и неподвижим. Настолько его поражает мое появление. Монтан беге отчетоута нучетлен берсаха хайдахта хурдук агаяган куребит. В Аймеконе почти все экономическое влияние находится в руках десятка дойдунцев, появившихся здесь во время гражданской войны несколько лет назад. Они являются посредниками торговли между факториями и тунгусами, а также и далеко живущими якутами, и фактически сделались повелителями целых районов. Например, тунгусы Охотского побережья еще недавно владели собственными стадами. Теперь, по большей части, олени уже принадлежат якутам. Наиболее крупные из этих дельцов – наши подрядчики – Харлампий Попов и Павел Неустроев. В их руках, кроме торговли, сосредоточен и почти весь крупный транспорт. У них больше тысячи оленей, которые энергично оборачиваются всю зиму. Неустроев посетил нас через несколько дней.
Это человек совсем другой, чем Попов, с холодным и решительным лицом. Он кончил реальное училище в Якутске, говорит спокойно и сдержанно, и по своим манерам и достоинству похож на английского лорда, только его матовое лицо слишком скуласто. Народная молва обвиняет его в деятельном, но тайном участии в Тунгусском восстании и сложных военно-коммерческих операциях того времени. Если компаньону не споткнуться, то им предстоит большое будущее. Эта пара превосходна по своему хищническому облику. Ебу Павел не устроив, Сергей Обручев тыну, члыры болбаха, не мести он на французту, ке все тен септах, ке тен реальный училищер программ Лартан Куревит. Эти несыганных образы якутов французской литературы XIX века день видят тан бхатардыны истин. Литюри Бусирам подчеркивает, что якутов называют евреями Сибири. В том же романе якуты, оказывается, описываются в следующих терминах. Оседлый или кочевник, скотовод или охотник, ремесленник по необходимости, коммерсант по натуре, якут, которого называют евреем Сибири, обладает большими способностями торговли. Бувидео француз рюачлы сахалары тимир джоннурете ден атыллары ден бахарбытым. Бельгин тени Сергей Обручев сурерын кыттатэмнега. Мы предпочитаем туземный способ, когда холодно соскакивать и бежать рядом с оленями. На проводниках почти ничего нет. Они бегут все время. В таком костюме не усидишь. Наши якуты одеты немного теплее. Только что парка новая, но штаны и унты у них тонкие. И они удивительно изящны, стройны и ловки. Особенно хороши Яков и Иннокентий, когда они сбрасывают парку и легко бегут рядом с нартой в одной курточке, туго стянутой поясом. Русские рядом с ними, как медведи, какие-то кучи меха в своих дохах и громадных унтах. Меня поражали якуты, особенно проводники. У них какая-то необыкновенно горячая кровь, или от того, что они все время бегут, у них горячие руки. Ломается нарта, и по 15-20 минут они голыми руками притягивают ремни, развязывают узелки, строгают. А нарты ломаются часто. Мы мчимся, не разбирая камней и кочек.